За минуту до выхода на сцену последние приготовления. Радиомикрофон, шляпа, готов. Моноспектакль – большая трудоемкая работа, где на одном актере лежит вся ответственность. В помощь идет все – костюм, декорации и, конечно, музыка. Я от этой музыки схожу просто с ума. Она меня настолько заводит, что я сейчас уже начинаю настолько в ней растворяться, даже с текстом, что немножко теряю темпоритм определенный. Сейчас пытаюсь это убрать. Музыка обалденная. Музыка, я уверен, что ну и спектакль, и музыка, в частности, никого не оставит равнодушным, потому что она очень трогательная, она очень красивая. Январь 1927-го. У нас уже есть музыкант, сказал мне какой-то тип из компании. Знаю, ответил я. Новиченко – это история о пианисте, который прожил жизнь на корабле, ни разу не сойдя на сушу. Он был велик, но большой мир так и не узнал о его величии. Сегодня это не сцена драматического театра, это корабль, на котором родился, вырос и стал легендой великий пианист. Его жизнь, его история в полуторачасовом проекте Дениса Евневича «Новиченко». Смелый и амбициозный спектакль «Задумка актера» нашла отклик у многих, кто не работает в Самарском драматическом. К проекту, который запал в душу, присоединились друзья. Потому что оркестр – это такая роскошь, которую мы не можем использовать каждый раз. Это такая тяжелая артиллерия, которую мы используем в тех случаях, где, так сказать, она правда нужна. Вот. И здесь он есть, и поэтому, конечно, живые музыканты, живой звук, живые инструменты – это все очень хорошо, и это хорошо звучит, и это, так сказать, дожимает эту историю до конца. Большая сцена, широкий размах и личная история. Авторы и создатели, конечно, мечтают, что спектакль будет иметь долгую и успешную жизнь. Как будет на самом деле, покажет время. Премьера состоится 16 ноября. Мы играли музыку, а он творил нечто. Этого не существовало до того, как он это сыграл, окей? Не было нигде. И когда он поднимался из-за района, больше не было. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.